Господа, мое уважение, Карина спит. Завтра ее ждет очередной великолепный день. Я думаю, да, в августе ничего плохого вроде не должно случиться. А на улице так красиво. My Child Lebensborn, история Карины, пока сильно похожа на историю Клауса, с небольшими какими-то изменениями. Но, дочь, на улице так красиво. Пойдем погуляем? Сегодня суббота, и в школу не надо. А, да, выходные сегодня и у меня, и у нее. Денег нет, у меня не у меня ноль бабок. Я даже не знаю, есть ли у нас еда. Я обещала лишь, что мы сегодня поиграем. А, вы все-таки идете гулять вместе с ней? Развлекайся, родная. Да, хорошо, давайте. Мы с Лив лучшие друзья. Выйду-ка к ней поиграть. Пока. Оставила батю одного. Класс. А чем займется отец в отсутствии дочери? Я не знаю. У меня есть разное всякое. Наверное, может быть, зашьем ей одежду, потому что, ну, мне надо чем-то заниматься. Палочки она тогда нашла. Может быть, сделаем из этого что-то? Типа... Это вот... А, это удочка все-таки. Да, это удочка, чтобы на речку ходить. А ну, там надо 3 энергии потратить. Вот вторая энергия. И вместе с ней можно в целом сделать еще и третью энергию. Она вообще придет сегодня? Где дочь моя? Дочурка! А, я должен идти на работу. А у нее-то, может быть, и нету, а у меня рабочий день. Субботу. Ну да, в принципе, в субботу-то работают люди. Задержаться. Не-не, домой. Домой там моя дочь, я дома. Мы с Лив здорово поиграли, а твой батя неплохо поработал, я тебе так скажу. Поиграешь со мной? Да, давай. Можем погулять сходить. Пойдем погуляем. Здорово, пойдем погуляем, вдруг там есть еда. Если честно, я хожу с ней гулять, только чтобы найти что-то в лесу. Давайте будем честны, я не играю с ней в прятки и не рисую, потому что это все занятия не... ничего не дающие. Вот, смотри, грибы, ягодки, все такое прочее. Уже поздно, пора домой. Ну, сначала мы соберем. Зато как весело было. Было ж весело. Ага, стой, ягоды! Ты... Как ты могла упустить этот куст? Что-то уже поздно. Да поздно-то, понятное дело. Но покушать-то надо. У нас хоть что-то... Зашивать заставил! Жрать человек хочет. Ты посмотри, она голодная. Работать! Ладно, подожди. А у нас нет ничего. Дочь! Она может приготовить, конечно, еду сейчас, но это ничего не даст, потому что она ее не съест. Ладно, давай, иди спать. Голодная, грязная, но со сказкой. Почитаешь меня? Да, твой батя только это и может делать. Ой, голь на выдумку хитра. Пожалуйста. Она просто голодает. Бедная дочь. Ну, давай, я тебе расскажу сказку про вкусную еду. Про Макдональдс, который там как бы все уже, да, ушел. Как вы, кстати, восприняли закрытие Макдональдса и вообще полноценное его из нашей страны? Нормально или у вас болит душа? Так. Там, говорят, заведение какое-то открылось, вкусная и точка, и типа, типа там то же самое. Приготовить я тоже ничего не могу, ну... Дочь, двигайся, батя тоже не будет есть. Ладно, может быть, я с утра приготовлю, у меня как раз там есть, и грибы сделаем. Сегодня воскресенье, мы могли бы погулять вместе. В целом, да, но ты посмотри на себя, дочь. А вот если бы у нас была удочка, то можно было бы и на рыбалку сходить. Кстати, мы с Лив кое-какие ягоды нашли, мы можем пойти и пособирать их. Так я с тобой выходил, а ты просто проигнорировала. Пошли готовить. Грибы давай делай. Яичница, омлет. А, нет, это бутер с грибами. Все на бутерброд, чисто нищеебская такая история. Все с хлебом. Все с хлебом. Так, все, мы здесь наготовили всего такого прочего. Давай ешь, садись, потому что если ты... А, подожди, стой. Можно же как-то по-другому сыграть. А ну, пошли гулять. Рванули. Так, вот эти ягоды, которые мы тогда не собрали, они все еще здесь. Как много черники. Да, здорово, дочь, но у нас есть проблема. Твой батя не сделал удочку. И как-то оно все... Ну ладно, ешь. Давай ее накормим. Нельзя ее держать на таком холодном. Я собираюсь немножко порисовать. Не хочешь пойти со мной? Сначала еда. Только не... Отличная идея, пойдем скорее. Нет, остановитесь! Постановитесь, ура, пойдем. Да куда ты? Оми, это бабушка. Я уже знаю, кто это. Это бабушка ее, у которой она жила после того, как ее родная мама ей ее отдала. По-моему, это ее бабушка. Если я ошибаюсь, то вы меня поправьте. Ну и кто это? Нет, по-моему, вышло неплохо. Что скажешь? Можно я оставлю рисунок? Естественно.
Если что, продам следующий. Продам следующий. А, она же решила, что она бизнес-вумен, типа, у нее свой бизнес. Оставь, конечно, да. А зачем ты написала, да, рядом Оми? Оми? Вроде я так раньше ее называла. Очень красивый, похоже, она милая. Она была очень милой и доброй. Мне так запомнилось, да. Хотя я точно не могу сказать, потому что она ее не помнит. Это было ее очень такое глубокое детство. Так, ты будешь есть? Нет, ты не будешь есть. Один бутерброд сейчас нет смысла есть. Давай-ка мы удочку доделаем лучше. И на следующее гуляние у нас будет шанс поймать рыбу. Мы ходим гулять, чтобы добывать еду. Давай. Готово, удочка есть. Теперь можно ходить на рыбалку, родная. Хотя с дочерью на рыбалку ходить как... Ну, ладно, если у тебя нет сына, то, наверное, да. Но есть у нас знакомая, которая сейчас умеет и рыбачить, и отец у нее охотник, он ее и на охоту брал. То есть, ну, девчонка просто знает все о том, о чем мог бы знать, ну, такой рядовой парень, но родилась девчонка в семье, да, что называется. Девчонка знает, как чинить машину. Ну, прикольно. Это что, удочка? Вот это да. Прикольно, да, дочь? Зевает, спать хочет. Она хочет спать, но предварительно надо помыться. Сказки сегодня не будет, но помыться нам нужно, потому что завтра как бы понедельник, завтра школа. И в школу надо идти нормально уже, как бы, да? Легла быстро. Мне нравится играть слив. Она говорит, что я забавная. Забавная? А еще она смеется, когда я говорю свои словечки. Вот это вот плохая история. Какие еще словечки? Разные, ну, например, Оми. Ну и всякие другие. Лев говорит, что это звучит забавно. Немецкие. Немецкая речь. Угу. Не вздумай больше произносить эти слова. Не стоит говорить их при всех подряд. Можешь и дальше говорить. Давай сделаем все-таки. Ей нужно понять кое-что. И я как бы лучше скажу ей сейчас. Я не помню, что я делал с Клаусом. Но я хочу ей прямо сейчас запретить. То есть прямо максимально запретить. Чтобы не было намека на то, что... ну, короче, я не хочу привлекать внимание. Почему? По соседству с нами живут люди, которым такие слова не нравятся. Так, но почему? Разве это плохо, да? Она сейчас спросит. Ой, неужто это плохие слова? Я не знаю, что она конкретно. Слова неплохие, но раньше их говорили не очень хорошие люди. Поэтому и не стоит их повторять, хорошо? Прикольное объяснение, которое я вообще не видел. Да-да, очень плохие. Нет, вот лучше вот так вот. Угу. Подумаешь, да, над этим? Я не совсем понимаю. Но обещаю больше так не говорить. Спасибо, дочь. Но как-то она как будто расстроилась. Выбор ожесточил Карин. Можешь почитать мне сказку? Ну, Карин сейчас вообще просто встанет и выйдет, мне кажется, из комнаты. Завтра, может, получится, потому что у нас нет энергии. Да, спокойной ночи. В ваш дневник добавлена новая запись. Там наверняка про то, что про немецкие слова, да? А ну, твоя мама. Не осуждай свою маму. Во время войны некоторые норвежки и правда встречались с немецкими солдатами, ведь те могли сводить их на танцы и предложить хорошую еду и дорогие подарки. Среди них были предательницы, выдававшие врагу тайные сведения, но чаще всего девушки просто влюблялись. С началом оккупации в Норвегию, маленькую страну с населением в 3 миллиона, прибыло свыше 350 немецких солдат. Многие из них жили в частных домах. Многие были совсем подростками, говорят, что сердцу не прикажешь. Когда ты подрастешь, ты поймешь смысл этой фразы. Так и есть. Тут что-то есть еще, она нарисовала. Да, у нее фотография с ранцем. Мы на последние бабки ей это купили. Но батя, конечно, балует дочь. Ничего с этим не сделаешь. Папы балуют дочерей. Хочешь рюкзак, бери рюкзак. Классика. Так, я как бы спать ложусь. Я не планирую здесь ничего. Это 27-е воскресенье. Потихо и грусти. А вот и я. Доброе утро. Ну давай. О, письмо. Газета. Это всего лишь газета, дочь. Нет, письмо. Неужели мать написала? А ну быстрее. А ну быстрее. Почту принесли. Я вижу, вижу, родная, вижу. Подвинься. С дороги. С дороги. Новости. Приготовьте вкусное варенье из брусники. Вы можете сами приготовить свое варенье. Я пока... Мама? Простите, но я не могу вам помочь. У меня новая жизнь, и я не хочу осложнять ее ошибками прошлыми. Блять. Карина, это разве ошибка получается? Я больше не отвечаю за Карин. Не пишите мне, Сири. Я думал, здесь будет написано «сори». Не пишите мне «сори». Ошибками прошлого. Как ее можно, да, вот осудить, не осудить, осуждать за то, что не может дать человеку нормальное
Настоящее, будущее и жизнь. Шей! Давай ешь. Подожди, какой ешь? А ты уверена, что ты хочешь поесть? Наверное, да, у тебя сейчас школа. Надо покушать, иди. Угу. Какой красивый ранец. Она все еще довольна ранцем. Я купил его так давно, а ты все еще так довольна. Надеюсь, узнаю сегодня что-нибудь интересное. Да, береги себя. Угу. Все, она в школу. Ранец такой классный. Ладно, шагай, я на работу пошел. Наберешь. 140 денег имеем. Надо по дороге домой заскочить в магазин. У нас нет еды. У нас нет еды. О, гребешок. Пора покупать или еще рановато? Гребешок просто тема. Ладно, подожди. Давай, раз, два, три, каша. Бутерброд такой, бутерброд такой. Обычный бутерброд. И еще две каши. И сука, денег опять нет. Но куча еды, дочь, куча еды. Будем есть овсянку. Они порвали мой ранец. Я честно пытался их остановить, прости. Он тебе недешево обошелся, я его не уберегла. Да ничего страшного. Только не сердись. Нет, ты че? Ах, они паршивцы! Нет, твоей вины в этом нет. Все хорошо, меня они не трогали, просто я расстроилась. Теперь тебе пришлось много работать, чтобы купить мне ранец. Мы его починим. Мне нужно было его просто беречь. Но я даже с этим не справилась. Да не парься ты так, да не убивайся. Ну, вещь и вещь. Да, дорогая. Но вещь это всего лишь. Не расстраивайся, я починю. О, кстати. Правда? Думаешь, получится? Да я уверен. Прости, что не уберегла его. Не парься, все будет хорошо. Пойдем сразу его починим, потому что что-то она как-то убивается по этому ранцу. Где он? Сколько нужно действий? Одно, всего лишь навсего. Дорогая, смотри. Чпоньк. Ну, а вот и он. Видала? У тебя получилось, мой ранец спасен. Он почти как новенький. Да, ну да, кстати, там заплатку даже видно было. Аккуратнее с ним. Только не вини себя, если такое повторится. Носи с удовольствием. Да ладно, чё. А теперь есть. Надо покушать нормально. И вообще помыться бы давным-давно пора. Давай. Кашу за папу. Зевает. И чавкает заодно. Нет, скоро спать уже. Сначала поесть надо полностью. Я хочу восстановить ее еду, потому что она давненько нормально не хавала, если уж быть честным. Бутерброды на ночь. Вот с кайфом. Так, можно в целом и искупаться, раз такие дела... А, нельзя искупаться. Ладно, ложись. Вот бы все злые люди исчезли. Так не бывает. Они не могут исчезнуть. Если злые люди исчезнут, люди добрые перестанут ценить добро. Вообще люди в мире перестанут ценить добро. Чтобы люди в мире ценили добро, должно быть зло, понимаешь? По-другому-то никак. Мы должны окунаться в какашки, чтобы потом в чистом поле видеть красивое. Прошу, не говори так. Пройдет время, и все наладится. Че еще за разговор? Тебе пора спать. Прошу, не говори. Че, куда, кого? Наорал на нее. Че еще за разговор? Спать пора. Хорошо. Без сказки даже, да? Доброй ночи. Жалоба. Напишите письмо в школу, чтобы сообщить им о случившемся. А если я не хочу ее писать? Я помню, я писал за Клауса письмо. А если я не хочу писать письмо? Вдруг я не хочу этого делать? Школа. Написать письмо. Написать письмо в школу. Некоторые дети жестоко обращаются с Карин. Они вчера испортили школьные принадлежности. Прошу руководство школы серьезнее заняться проблемой травли, пока она не вышла из-под контроля. Отправить. А я не хочу отправлять. Есть вариант не отправлять письмо? В дневник добавлена новая запись. Как не отправлять его? Может, она испугалась? А, это про мать ее. Возможно, она была напугана. В 45-м году, когда кончилась война и 5 лет немецкой оккупации, этих девушек водили по улицам города и выставляли предательницами. На глазах у толпы им отрезали волосы. А еще и их увольняли с работы. Закон не запрещал встречаться с немцами, но многие норвежцы считали и до сих пор считают это изменой родине. Во время оккупации среди людей сильно возросла ненависть к захватчикам и их идеологии. Теперь, когда мы снова свободны, людей отвращает любое напоминание о нацистской Германии.
Именно поэтому матери, родившие от немецких солдат, либо тщательно это скрывали, либо и вовсе отказывались от своих детей. Иначе им было бы трудно найти работу, жилье и избавиться от унизительного клейма немецкой подстилки. Соседи бы напоминали об этом до конца дней. О, времена, о, нравы. Было тяжело тогда, да. Тогда было очень тяжело. Нету случайно никаких рисунков, Аня, ничего мне не оставила, получается. Нигде никаких рисуночков, ничего такого. Ни на главной. Где же их искать-то? Вроде в каждой сцене должны быть рисунки. Или не в каждой все-таки. Ладно, спать. Я не хочу отправлять письмо. Как сделать так, чтобы письмо не отправлялось? Здорово. Ты что, грустная какая? Пойдем купаться. Пойдем умоемся, мочку свою видела. Давай. Ну, улыбнись. Дочь! Дочка! Ну чего? Давай помоешься. Надо переодеться будет еще. Пойдем кушать еще. Кушать? Да? Грустная, пиздец. Ну что с тобой? На. Нормально? И бутербродом заешь? И в школу. Все? С кайфом. Надевай портфель. Все взрослые девочки должны ходить в школу. Понимаю. Но порой это так тяжело. Отнеси это письмо учительнице. Нет-нет-нет, постарайся не сталкиваться. Не таскай письмо. Хорошо. Но это просто невыносимо. Хорошо, хоть ты помогаешь. Я рядом. Не переживай. О, все, можно не носить письмо. Нахер его. Не буду тащить письмо. Давай, иди так. Иди, все. Ты молодец. Все будет хорошо, все будет нормально, батя на работу пошел. Слушай, если не таскать письмо, может быть, полегче ей будет один хотя бы день? Домой. Дочь! Блять, где она теперь? Карина! Карин! Чего еще? Ко мне ужасно относится, а тебе все равно. Ты что несешь? Что? Мне совсем не все равно. Мне не все равно, но нужно быть осмотрительнее. Тогда тебя оставь. Что стряслось-то? Сегодня на занятиях мы говорили о войне. И учительница заставила меня стоять весь урок с поднятой рукой. А все ребята на меня глазели. Блять. Ничего, и учительница туда же. Мне правда жаль. Можно она не будет ходить туда? Мне жаль. Все. Все, что сделал батя. Поговори с ней. Рисунков нету нигде. Давай приготовим еду. Раз уж такие дела. Надо же чем-то заниматься в этой жизни нам, да? А ты не хочешь сходить прогуляться? Нельзя. Она не хочет или ей нельзя. Давай причешем тебя. Я готов раскошелиться. Вот на это. Да. Идем. Домой. Домой, девочка. А, где-то здесь есть. Так, ну давай, приведем тебя в порядок. Прости, что рассердилась на тебя. Не переживай. Ты просто хочешь меня защитить. Да. И от этого немного легче. Я не хочу тебя защитить. Так и будет. Я устала. Пиздец. Ну нет, это какая-то... Ну вот, в целом, одна косичка. Это какая-то даже как будто бы прикольная. Ну чего ты? Ложись. Да что со мной не так? Да что нормально с тобой, ты... Петушара, с чего ты это взяла? С того, что люди ко мне так относятся. Будто я какая-то неправильная. Ты чудо. Да перестань, это что-то с ними не так, а... Все с тобой нормально, они просто грубияны. Ни одного правильного ответа, по-другому надо с ней поговорить. Надо сказать, почему так происходит. Это с ними что-то не так. Ты чудо. Ты чудо, конечно, я бы вот... Знаешь, вырвал несколько фраз, вот ты чудо я бы взял. Потом это с ними что-то не так, и все с тобой так нормально. И еще добавить сюда надо, знаешь, там пару предложений примерно. Ты чудо, ладно. Что-то не верится, конечно. Потому что ты сам... Да все с тобой нормально, а теперь засыпай. А мне очень даже верится. Выбрось плохие мысли из головы. Да как их выбросить? Она каждый день сталкивается с... Ну, это же агрессия детская. Хорошо. А ты можешь почитать? Да. Да-да. Да, сказка сегодня будет. Сегодня сказка.
Добавлен новая запись в дневнике. Спи. Прическа прикольная. Но с двумя косичками как будто бы она прикольнее смотрится, кстати. Но пока так походит, ладно? Пока так походит. Пойдем к дневнику. Где он там? Это ужасная школа. Прости меня, Карин. Знаю, мне нужно тебя защищать. Но на деле меня сковывает бессилие. Это единственная школа в округе, у меня нет связи в городе, так что я не могу попросить директора о помощи. Я не знаю, к кому обратиться, но я что-нибудь придумаю. Но письмо мы не отправили, как минимум, да? Тем не менее, когда ты не отправляешь, получается, письмо, так или иначе, над ним все равно измываются. Но, по-моему, Клаусу тогда досталось еще хуже, когда письмо он все-таки принес. Если я не ошибаюсь, Клаус тогда прям нормально огреб. Нету никаких рисунков, может быть? Рисунков нет? Сегодня не будет рисунков, да? В шкафу не спрятала ничего? Нет, рисунков не вижу. Он вообще как-то перестал рисовать. Ладно. 29-я среда. Привет. Ну, привет. Здорово, что ранцем снова можно пользоваться. Ну так, ну его ж не трогают, и тебя тоже. Ну что ты грустишь-то? Веселье куча, смотри. Все хорошо. Ну как бы да, люди над ней это немножко... Она ей не нравится это. Еда-то есть у нас какая-то? Конечно! Папка купил тебе! Давай! Давай, пару каш, бутерброд и пару каш. Нормально. Пару каш и бутерброд. Тихо-тихо-тихо-тихо. Куда это я? Будильники какие-то у меня тут. Господи. Комментарии ваши смотрю. Ух! Комментарии ваши смотрю. Великолепное видео. Спасибо, Огонек. Если слышишь меня. Я только что прочел. Я смотрю. Лицо умой свое. Дай, причешем тебя. Нет. Верни назад вообще просто прическу и пошли в школу. Уже пора? Вообще да. Уже надо бы. Да, не вешай нос. Когда вернешься, поделаем что-нибудь веселое. Не позволяй себя задирать. Да, вот, кстати. Не буду. Давай, дочь. Блин, Клаусу тогда я, конечно, пытался объяснить, что надо как-то постоять за себя. Прикиньте, кстати, у меня очень много жалоб. Я знаете, на что получил? Опять же, вот из-за этой игры. В одной или нескольких сериях My Childhood Lebens Burn некоторые люди увидели в моих словах агрессию по отношению к детям. Представляете, насколько высосали из пальца, якобы я агрессивно настроен к детям, и что нужно детям давать отпор. Так ведь не в насилии было дело-то. Услышьте меня. И над человеком издеваются. Каким-то образом нужно ставить этих людей на место. Мы сейчас говорим не про детей, мы сейчас говорим про насилие в общем и целом. И это жесть. Ну, надо же что-то делать. Самый, на самом деле, безжалостный человек — это ребенок. У него вообще нету границ. Он не понимает, что хорошо, что плохо, очень долгое время. И буллинг в школе — это достаточно распространенное явление, с которым никто не борется. С этим вообще никто не работает. Психотерапевтов подключают в школах. Это не работает так. Работает по-другому. И, сука, дети еще родителям не доверяют вот эти вот проблемы. Они не могут с ними поговорить. Не получается. Увидели агрессию в моих словах, типа, дай отпор. Ладно. Чуть канал не забанили. Я не буду задерживаться. А мне даже и не дают, кстати, сверхурочные сегодня. Классно. 90 денег имею? Могу что-то купить, да, себе? Да, могу. Ну, как бы, очевидно, да? 25, 15, 20, 25. За 30-ку ничего не было? Нет, ничего не было. Ну, 4 блюда у нас есть. За 85 рублик. Почему меня все называют немецким ребенком? Ты немецкий ребенок. Я же не немка. В том-то вся и беда. Эти задиры просто хотят вывести тебя из себя. Эти паршивцы понятия не имеют, о чем говорят. Эти негодники опять к тебе приставали? Блин, давай слушай батю прям. Эти паршивцы! Ну так сказала госпожа Ханс. Мадам. Она перед всем классом назвала меня немецким ребенком. Чушь собачья! Паушет! Не стоит обращать на это внимание. Это неправда. Ты гражданка Норвегии. Почему же остальные меня так называют? Блин, все из-за моих родителей. Тебя сейчас спросят, ты узнал что-нибудь о них? Тебе не стоит слушать эти бредни. Рассказать Карин все известные факты. Кстати, давай расскажем. Я бы хотел ей рассказать какую-то конкретную часть, но я вообще не планирую ехать к родственникам. Давай расскажем ей. Твой отец был немецким солдатом. Во время войны он находился здесь, в Норвегии. Карин? Родная... Ваш выбор смягчил.
И это пока все, что удалось выяснить. И поскольку твой отец был немцем, мать решила отдать тебя в приют. Да, я бы продолжил. Пока это все. Выходит, мой отец был немцем. Спасибо, что делишься со мной. Спасибо, что ты делишься со мной. Мы же команда, ты что, забыла? Че ты? Все хорошо. Ой, какой коричневый стол. Это закат, да? Как прикольно выглядит. Тут свет даже есть. Пошли кушать. Вообще пора бы переодеваться тебе уже, если честно. Ты в какой-то одежде ходишь? Вот давай вот эту вот. Я, помнишь, зашил тебе? А ну? Ну, что-то не весело выглядит. Но времени на это больше нет. Надо поесть. Надо хорошенько покушать. Давай, не выходи пока из-за стола, потому что я-то знаю механики игры. И есть можно нормально так, от пуза, так скажем. Да, давай. Еще вот этот бутерброд, и у тебя сотка еды. Спасибо. Улыбнись. Молодец. Смотри, какая. Все, нормально. Спать пошли? И сказку еще, сказку. И сказку. Сказка будет, сказка будет. Я почему-то у тебя папа, видишь, ищет постоянно рисунки твои, потому что они о многом могут сказать. Спокойной ночи. И спасибо, что починил мои вещи. Да, пожалуйста. Да? И тебе спасибо за терпение. За терпение? Что угодно, лишь бы ты была счастлива. Не говори так. Нет. Пожалуйста, Карин. Давай как бы, да? Немножко нейтралитет возьмем. Знаешь? Люди говорят, что немцы были плохими. Не все. Не стоит верить всем людям подряд. Твой отец мог быть и хорошим. Мы не знаем наверняка. Давай не будем ничего говорить, как будто бы мы просто ее послушаем, да? То есть будем психологом в этом плане, дослушаем ее речь. Ладно, неважно. Интересно, что она там закопала внутри себя. Многое изменилось. Times change. С тех пор, как я повзрослел. Ты моя радость. Сперва мне пришлось... сперва мне хотелось поскорее пойти в школу. И больше общаться с ребятами. Но я надеялась, что мне там понравится. Да что они так со мной? Да не с тобой. В суть-то даже дело-то не в тебе. Ты ж понимаешь, что... Вот люди тоже не врубаются, что не в них дело, а в людской сущности. Госпожа Хансен, да и другие взрослые. Вечно смотрят на меня так, будто я украла или испортила у них что-то. Но я же ничего такого не делала. Я хорошая, я очень стараюсь. Даже ранец мне не помог. Ты хотя бы это осознала, понимаешь? Вот эта история была с покупкой ранца, хотя бы чтобы ты поняла, что, блядь, вещи не решают. Да обложись ты хоть тремя ранцами и всеми какими-то крутыми штуками, это все не работает. Может, со мной что-то не так? Мои родители не захотели жениться. Может, дело во мне? Может, я плохая? Да время было такое. Ты не представляешь, что творилось в то время, понимаешь? Я не представляю. У меня нет даже малейшего понятия, что... В 40-е года было. Это очень сложное время. Мой папа был немцем. Выходит, если он плохой, то и я тоже. Нет, это не так. Но ведь я даже не знаю его. Неужели я плохая? У гена есть гены, как говорится, да? Лив, ты и я. Только мы хорошие. Ей тоже не нравится, когда ребята злятся. Она тогда берет и прячется. И я буду прятаться. Не надо прятаться. А тут прятаться лучше всего. Потому что здесь ты. И ты всегда прогонишь нехороших людей. Я устала. Это чисто я вообще в диалоге. Можешь почитать мне сказку? Любимую? Да, конечно. Давай, дочь. Но прятаться бессмысленно. И бежать от себя и от проблем. Их надо решать. Их надо решать. Спи. Спи, ты все поймешь. Просто чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже это все придет к тебе. 29-е. Быть родителем непросто. О, это да. Это факт. Надеюсь, решение взять у тебя в семью не было эгоистичным. Но иногда я спрашиваю себя об этом. У тебя должна быть семья с мамой и папой, братьями или сестрами. Я же могу тебе дать только немного и часто не знаю, что сказать. Нужно ли мне быть строже? Ведь как бы ты... ведь так бы ты стала сильнее и смогла бы противостоять тем задирам. Или нужно окружить тебя любовью, чтобы хоть как-то уравнять ту злобу, с которой ты сталкиваешься. А может, главное, честность? Я не помню вообще этих строк в Клаусе. Мне жаль, но твоя мама не рассказала мне, кто твой отец. Придется искать другой путь. А может, вообще ничего не искать, ни словечко. Хм.
Надеюсь, решение взять тебя в семью не было эгоистичным. Ну, типа, только мне это нужно. Или нужно окружить тебя любовью, чтобы хоть как-то уравнять ту злобу. Но есть такая штука, это... уравнять. Странно. Это же не уравняет никаким образом. Она будет искать просто вот этого мягкого, тепличного условия. Знаешь, типа, там злые люди, я пришла сюда, все, вот здесь мне комфортно. И ничего ты здесь не уравняешь. Я думаю, нужно быть просто в какой-то момент злым. Ну, в какой-то момент быть... строгим, в какой-то момент объяснять. То есть нужно быть честным, а не строгим. О, глава пройдена, да. Вы, 90% игроков, купили ранец. 10% так ведь и не раскошелились, суки. Вы, 66% игроков, рассказали Карине о ее родителей. Вы, 48% игроков, предупредили ребенка об использовании немецких слов. Кстати, да, вот я сказал, не нужно. Оптимизм, настойчивость, открытость. Примерно все поровну, в общем и целом. Ну здорово, мне нравится, с кайфом. А ну давай дальше. 30-е, да? А, какой 30-е? Мы улетели вообще в сентябрь. Вторник уже. Надеюсь, день будет хороший. Мне такое ощущение, что она повзрослела. Но это же ложь, да? Она же не меняется. Итак, чего ты топчешься? Говори! Чего, все в порядке? Ты случаем не приболела? Нет, но... В школе все обзывают меня немецким ублюдком. А, уже и ублюдок пошел в ход. Неплохо. Начали просто с ублюдка, потом добавили немецкого ребенка, потом скрестили. Итак, записывай, что нужно им сказать. И, значит, эти ушлепки. А я просто хочу, чтобы они звали меня по имени. Да ты, дело не в имени, дело не в... Ты понимаешь, Карин, ты можешь хотеть все, что хочешь. Но, как бы, ты же не можешь людей заставить себя любить, уважать или как-то... Будем честны, ты немецкий ребенок. Надо принять, во-первых, свою вот эту, наверное, какую-то сущность, что ли, себя принять, полюбить себя. Блять, если бы я хоть что-то мог сделать. Видишь, он говорит, что у него нету ни связи, ничего так даже с этим. Ну ладно. Когда ты уже расскажешь мне о родителях? Никогда. Скоро. Ты только обещаешь. Местный викарий может что-нибудь знать. Да мне вообще, в принципе, может быть, как-то сделать так, чтобы вообще ей ничего не рассказывать. Вот вторая глава сейчас начнется. Может, обделить ее знаниями? Потому что я уже рассказывал Клаусу, например. И к чему это привело? Не знаю. Еды нет! О, готовь. Хоть это есть. Хотя бы это. Давай. Угу. О, почти вся полностью, нифига себе, ты глянь. Одна порция, но это готовить приходится всегда. Даже не знаю, что лучше в этом плане. Она хотя бы довольна. А, у нас энергии нет, иди в школу. Оказывается, в школе сложно. И ребята там неприветливые. Карин, промеешь рогов, и все сложится. И госпожа Хансен, плевать, если другие дети меня обижают. Хотя бы на занятиях, господа. Господина Берга меня никто не трогает. О, Берг, красава. На уроках слушай внимательно. Веди себя хорошо и будь вежливой. Ты найдешь к ним подход. Хрень полная, 53 варианта. Не хочу я так говорить. Все будет хорошо. Если бы я только знала, как найти подход к ним, да, типа. Господин Берг предупредил, что во вторник у нас будет первая контрольная. Ты готова к ней, дочь? У тебя все хорошо. Он говорит, нужно написать ее как можно лучше. Занимаешься со мной после работы? Да. Да. Все будет. Может, даже будет весело. Это вряд ли. Твой папа тупой. Я снова телефон возьму. И как тогда с Клаусом просто буду ответы в интернете искать. Иди давай в школу, а я на работу. С кайфом. Так. Задержаться. Нет. Не сегодня. Че с тобой? Ты где была? Хорошо, что ты дома. Господин Берг говорит, важно написать контрольную как можно лучше. Ты пойди лицо умой. Да. Будет весело. So fun. Ты посмотри на себя. Сегодня мы проходим животных. Первый вопрос. Какое из этих животных относится к млекопитающим? Утка, лосось или медведь? Млекопитающая медведь, родная. Медведь. Я так и думала. Да, млекопитающее — это животное, которое питается молоком. Млекопитающий. А, какое из этих животных не относится к млекопитающим?
песчанка, лебедь, лосось. А, лось. Лось, по-моему, млекопитающее, получается, оно и выделяет молоко, по-моему, молоко лося. Оно же есть? Лось. Лось вообще это... Лебедь. По-моему, лебедь откладывает яйца. Лебединые яйца. Вы когда-нибудь ели лебединые яйца? Песчанка. Кто такая песчанка вообще? Кто это песчанка? Это мышь такая, да, типа? Песчанка — это млекопитающее? А ну, папа снова берется. Песчанка — млекопитающее или нет? Песчанка — это большая научная классификация, значит. Животные под царство без ранга. Безранговые животные. Млекопитающие, кстати, песчанка. Да, это вот такая мышка прикольная. Ты глянь, песчанка, мышь. Клевая, ну короче, лебедь. А я знала, а я нет. И последний вопрос. Какую из этих животных обитает в Норвегии? Кенгуру, норвежский овцебык или пума? В Норвегии. Пума в Норвегии, как может быть? Овцебык. Овцебык в Норвегии? Норвежский овцебык. Я не знаю, это вообще... Овцебык вообще есть такое животное, да? Овцебык в Норвегии или нет? Подожди. Ого, ни хрена себе. Представитель овцебыков, семейство полорогих. Где он обитает-то? Обитает? О, кстати, Норвегия в натуре. Да, Норвегия, овцебык. Верно. Их можно встретить в Доврефьеле. Наверняка там и тролли живут. Ну, тролли не там, дорогая. Люблю животных. Еле сдал. Еле как. Опять списал ваш. Батя списал снова. Спасибо за помощь. Вместе веселее. Да? Доверяет вам больше. Да уже пора бы что-то приготовить на самом деле. Я не знаю. Или помыться. Потому что ты на твое лицо без слез не взглянешь. Давай-ка ты помоешься сегодня, да? У тебя здесь есть какая-то кофточка клевая? Мне вот нравится красное вот это вот платьишко. Можно я пойду спать? Да, в целом можно. Почему бы и нет? Есть все равно нечего, дочь, как бы все нормально у нас в этом плане. Письмо. Дочь, письмо. Не, давай подожди. Я уложу ее. Учиться трудно. Всему учиться трудно. Всегда будет трудно. Учиться, познавать — это очень сложно. Надеюсь, я получу хорошую отметку. Все будет хорошо. Ты со всеми отлично справишься. Почитать мне сказку? Да. И сегодня я все баснословно. Сегодня сказок будет много. Засыпай, дочь. Засыпай, дочь. А я пойду прощаться с нашими великолепными зрителями, посетителями. Здравствуйте, дорогие. Я здесь. Баба снова здесь. И снова дочь спит. Завтра у него контрошка. Контрошку. Контра у нее завтра. Сдаст она ее. 100 пудов. Мы с ней нормально все. Как бы пробежались по материалу, так скажем. Папа помог, как всегда, с интернетом. Ничего страшного. Зато я теперь знаю, что овцебык... Вопросы, кстати, другие. У Клауса другие были вопросы. Там вообще другая была история с контрольными. Может быть, потом, кстати, будет интересно, как она будет сдавать. Господа, моя чайот Лебенсберн. Карина спит. У нее новая прическа. Друзей она себе так и не приобрела. И уже ее начинают кошмарить в школе. Ожидаемо. А точнее, я даже знал об этом, потому что сценарий я помню. Пока прям сильного отклонения по сюжету от Клауса нету, но есть какие-то новые штуки, которые я вот встречаю, новые вопросы, новые какие-то эти. Она какая-то своенравная, кстати, девчонка. И у меня есть план, я по другому пути пойду, не буду я делать так, как делал с Клаусом. Даже если это пойдет вразрез моему какому-то отцовскому чутью, да? Господа, спасибо, что были со мной, с нами. Карина, спокойной ночи, а вам пока.